Уверен, что он сейчас точно не сломается. Я могу издеваться как над Кавой, над ним, и все будет четко. Ребят, если бы у меня была, вы знаете, гусянка, вот, ребята из Snow Rider, закиньте мне гусянку. Я вот на 150-ку закину сейчас мотокомплект гусяночки и вот здесь вот прям вот туда попасть не дам. Обратно до города и сюда вернусь. Это будет прям очень круто. In this world nobody's safe, just like a sheep we stand in place awaiting death. The government feeds on our lies, you can't escape the true destruction of a system made of violence. Search the truth within the substance of it. Йоу, всем привет, вы на канале White Hustler, и в этом выпуске мы с вами поедем не на Хускварне, а на Кашайне. Он у нас уже заправлен двухтактным взорванным топливом. У нас идет на улице снег и потеплело, ребят. Вы мне кажете, потеплело, почему? Потому что вы пишете классные комментарии, ребят. Мы сейчас поедем в лес, будем жестко тестить так же Кашайн, как в принципе, как всегда. Вот. Я не знаю, проедем мы сейчас там лес, потому что там вот мы там недавно проезжали, там у нас снег было по пояс. Я не знаю, так, как будем на мотике проезжать. Но в общем, мы сейчас сперва проедем на разведочку на пикапе, чисто по райончику прокатимся, где у нас все-таки мотик точно сможет поехать, чтобы поснимать классный контент. Вот, кстати, если вы можете заметить, камера как-то плавает, как, знаете, на коптере летает, здесь такая, воу. Короче, мне Горин дал стаб, и мы вот и пробуем пользоваться, тренируемся, вот там Сава, оператор, короче, что-то там жмакает, и летает вот так вот. Эта штука весит очень много, килограммов, я не знаю, 5, наверное. Вы представляете, вот вы берете 5-литровую бочку, вот так вот с ней ходите. Короче, отдельный респект оператору, мне кажется, у нас уровень контента уже вырастает. Реально становится интересно смотреть. Это еще фигня, я сейчас петличку возьму, и будет охрененная запись голоса, вообще будет просто люто. В общем, у нас имеем, что мы имеем? Многие, знаешь, пишут всякие комментарии, типа, о, у тебя Кашайн появился? Да, у меня появился Кашайн. В этом видосе все-таки я услышал ваши мольбы, просьбы, чтобы я снял эти вот бронированные, знаете, наклеечки, защиту. Вот, и мы их прямо сейчас при вас снимем. Молотит, наверное, час-полтора. Ну, наверное, полтора часа. Мы сюда приехали, начали заниматься тем, что оживляли пикап. Он у нас нифига не заводился. Сколько мы только пытались BMW прикурить, нифига она не заводилась. Вот, пикап нам нужен для чего? Чтобы мы поехали сейчас на локацию и там сняли для вас классный видосик. Потому что я с оператором, вот с этим ставом, вряд ли смогу доехать до леса даже. Там мы упадем и сломаем стабилизатор вместе с камерой, короче. Мотик работает. Там уже сколько? Погнали сюда. Здесь у нас почти 4 часа. Откатка, значит, была, да, на холостом ходу, но как бы хотя бы так, да? Хотя бы не сразу газполаз жестко мы поедем. Хотя уже был газпол, так сказать. 3,8 уже стукнуло. Это все масло, которое там вот застряло уже. Сейчас мы его прогоним и заглушим, чтобы он потом нормально завелся. Там аж масло вы
забраться в трубу. Надеюсь, нам бенза хватит. В принципе, должно так-то хватить. Вот. Мотик вроде даже хорошо работает. И мы готовы к заезду жесткому. Надеюсь, просто я... мы сейчас приедем туда, и там будет снега, но не так много, как я считаю сейчас. А то мы сейчас приедем и уедем оттуда. Короче, не круто будет. Кстати, берем на всякий случай лопату, чтобы мало ли что мы смогли выехать. Выехать и продолжить съемки, так сказать. Слушайте, ребят, вот на самом деле вот за такую подготовку, за организованность, это очень круто, что мы так рано реально собрались снимать. Сава мне написал, ну давай в 11, я говорю, давай в 10, в итоге я чуть опоздал, но это ничего страшного. У нас, в принципе, еще много времени, чтобы поснимать по-светлому. Это очень круто, поэтому не будем его терять, сядем в тачку и поедем. Погнали! Лучевой долой собак, крепко до боли сжатый кулак. Птицы стучится в жилах кровь, вера да надежда любовь. Заголосуют тысячи рук и высок наш. Синее небо до солнца круг, все на месте, да что-то не так. Небо над нами горит звезда, нету кроме нее нам помочь. Темную, темную, темную. We'll be right back.
Ну чё, пацаны, по традиции нам нужно нафармить вот на это вот масло двухтактное. Оно стоит у нас примерно, ну, 2-3 тысячи рублей. И мы можем это сделать при помощи сайта Lucky Duck, пацаны. Вот так вот просто вот берем, нажимаем играть вот сюда вот. Перед этим у нас шаттл взлетит через 5 секунд. Вот косарик так аккуратно закидываем. И чё, я сразу, короче, проигрываю. Но у нас было 10к на балансе. Я сейчас максимально быстренько еще раз попробую отыграть. Поставим уже 2к. Так, играть. Ну-ка, смотрим. Так, летит. Забираю и забираю. Со второй попытки мы в плюсе, пацаны. Мы просто, чекай, мы вернули наш косарик, и у нас плюс 500 рублей. В принципе, кайф. Давайте просто вот еще раз закину. Разочек, опа. Закидываем и ждем. Так, ну давай дотяни, плиз, до масла. Нам нужно масло забрать. Все, видал? Блин, вовремя, просто я на 2x забрал. Пацаны, на масло как бы хватает, можем сейчас просто сразу взять, зацепить там пару литрушечек и можем газовать на двухтактных байках. Ссылочку на Lucky Duck в закрепленном комментарии, пацаны, кто хочет повеселиться или нафармить на масло, вперед, погнали с песней. Но если, пацаны, не летит, заигрываться не надо, остановитесь. Ребят, сейчас я вам покажу, как мотоцикл цепляется без шипов на стоковой резине за эту поверхность. И вы, наверное, офигеете. Типа, ну вы просто скользите, короче, и никуда не ехать. Погнали. А он заглохнет быстрее. Короче, такая тема, зацепа мало, нам необходимы шипы, и тогда мы сможем здесь так, короче, раздать на заднем, потому что зацеп более чем классный. Есть куда шипам воткнуться, и будет офигенный зацеп. А еще мы на шипах можем поехать с вами на пруд, и там прям вообще там колесо не сорвать будет. Если что, я поищу шипы, и возможно мы запишем с вами еще один видос, там где будет просто разрыв нафиг. Мы будем так газпол лететь на шипах и реально проверим, как мотик себя будет вести. Ну, на самом деле я сейчас удивлен, ну и Сава, наверное, тоже удивлен, что мы
в лесу даже не ехали, стояли на месте, не могли никак продвинуться вперед, проехать, и мотоцикл как бы не заклинил. Вот, скорее всего, это потому что хороший шатун, вот, отличная работа мастера, который мотоцикл сделал, вот, и 50 грамм на литр, что, масло? 50 грамм на литр почти, ну как 50, а 47 грамм там вроде залили, это было просто жесть, вот. Но мотоцикл хорошо себя ведет, мы его еще обкатали, он на холостых постоял примерно часа полтора, поработал, прям вот не глох, прям работает стабильно. Видос подходит к концу, ребят, все, кто досмотрел до конца, ребята, вы лучшие, мы стоим на легендарнейшем месте, здесь я научился ездить на мотоцикле, прям на заднем плане, на той самой Каве, на первой, потом у меня появилась Honda, в общем, классные времена были, очень скучаю по ним. Даже вон Саве нравится это место. Ну реально, оно дает заряд бодрости. Но мы хотим еще, кстати, кушать очень сильно. И мне, наверное, плохо слышно. Потому что петличка у нас разрядилась, и я должен кричать. Но я думаю, это ничего страшного. Надеюсь, я не заболею, потому что мы мотоботы универсальные. Ну как вам сказать? Не особо теплые, да. И там была куча снега, и мне очень холодно. Но тем не менее, сегодня у нас не минус 25, а всего лишь минус 10. Поэтому мы записываем с вами классный видос. Кстати, напоминаю, мотоцикл вы можете приобрести по ссылочке в описании в магазине Велосити. Просто, блядь, ну, в отсечку вот кручу прям вообще, ну издеваюсь они. Ну мотик не едет, а я его просто вот в отсечку кручу. И благо он у нас не заклинил. Ну, мне кажется, было бы странно, если бы, ребята, он заклинил, как бы, потому что, ну, 47 грамм на литр, я не знаю, там даже... Ну, там ничего не заклинит, мне кажется, на таких смесях жестких. Да еще и смесь богатая, просто вообще. В трубу все вылетает. Ладно, все, долго разговариваем. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Скиньте его бабуле. Я не знаю, своей маме. Хоть кому. Отправьте, сделайте репост. Это продвигает мой канал. Вот. Тем самым видосы будут выходить чаще. Но контент будет круче, как сейчас, например, вот меня Сава снимает. На стабилизатор, который дал кореш, это будет вообще круто. Мы, ребят, мы как бы немного, как это сказать-то, продвигаемся, да. Качаем скилл. В общем, на этой доброй ноте всем, ребят, пока-пока. Надолго не прощаемся. Смотрите, Ватикан долбил. И он не едет нахуй, а вторую снова баб, и он не заклинил, хотя я и думал заклинит. Нет, фигушки. Кашаин с этого момента не клинит. 100%, вот смотри. Я в мотике уверен, что он сейчас точно не сломается. Я могу издеваться как над Кавой, над ним, и все будет четко. Ребят, если бы у меня была, вы знаете, гусянка, вот, ребята из Snow Rider, закиньте мне гусянку. Я вот на 150-ку закину сейчас комплект этот, мотокомплект гусяночки, и вот здесь вот прям вот туда попасть не дам, обратно до города и сюда вернусь. Это будет прям очень круто. Там сделаем классный контент вместе. Ну а кто досмотрел этот выпуск до конца, у меня для тебя есть приятный бонус, благодаря которому каждый из вас может заработать на 14-й iPhone. Буквально за неделю. Нажимай прямо сюда и смотри это видео, там ты узнаешь о программе, с помощью которой можно взломать Lucky Jet и зарабатывать десятки тысяч рублей. Нажимай прямо сейчас на этот видос и не упускай возможность. Всем спасибо, всем пока-пока.